здравствуйте, друзья. Что-то у нас, как я начинаю говорить, виснет микрофон. Сейчас я послушаю. Сегодня хочется продолжить рассказ небольшого изобретения. Тем более тут подошла посылочка с Японии. И появилась. Ты, кстати, играешь сейчас в Элвис Пресли. Вот так, красавец. Вот, двойничок. Выхватил у японца одного. Прямо перед носом. Ах, в магазине. Как он был недоволен, блядь. Ну так вот, физический принцип, который используется в нормализаторе. Так и вот, по поводу, подошли коробочки. Вот уже сделаны приборчики. Вход и выход. Ничего больше. Это, собственно, вот входной корректор живого звука. Как его называют? Это все смонтировано. Едет еще один такой же остается. То есть принцип. Вот почему он ставится на вход. Прибор основан на физическом принципе. Кстати, дифракционная решетка. Дифракционная решетка для электрического тока. То есть если у нас электрический сигнал, в принципе, засран очень сильно шумовой составляющей, кое берется отовсюду, начиная от естественного магнитного поля, грозового поля, то есть есть и по магнитной части идут наводки, которые вообще никто не учитывал, не экранировал, и по электрической, причем они достаточно существенны, и вся эта каша идет в тракту селектора. То есть вот этот прибор своего рода фильтр на входе, ну не в смысле фильтр вылезает характеристик, в смысле того, что он пропускает реальные колебания модулированные энергетические и вот эту шумовую кашу он ее откидывает обратно, то есть как фильтр в топливной системе или в водопроводе. То есть этот принцип интуитивно изобретатели знали давно. Вот допустим, покажу, вот видите, катушки безиндуктивные. Но объяснить, почему и от чего они, сколько они пытались, не могли. Вот. То есть если мы поставим такую катушку в акустику, ой, как это, то есть как будет просто охренительно. Но если мы поставим вот такую вещь в систему тракта, эффект будет еще более поразительным. Вот, кстати, переделал товарищу фильтр. Вот на такой акустике. Где она там? Стриллинг. То есть поставили катушку, она заиграла по-другому, но когда мы поставили вот это вот, была вообще фантастика. То есть в итоге у нас получается, слышим эффект какой? Увеличивается уровень звука, ну скажем, примерно раза в два. То есть уровень шумов падает, и из этого, я бы так механическую аналогию привел, с усилителем, что как усилитель масла подливает. Если мотор работает без масла, да, он греется, он мощный, он шумит, но он вот так вот работает неравномерно все ему. А тут это своего рода смазка для электричества. То есть все начинает петь, начинает четко, каждый такт слышно, каждый шум, каждый звук. То есть никакой физической, как бы, вот как говорят, эзотерика там. Это все болезнь ума, понос мозга. То есть эзотерика в том, как это сделать, как-то математически описать. Ну, это нормальный труд человеческий, который должен оплачиваться. Более проделан. Вот. И эта система начинает, вот, допустим, мы брали как источник iPod. Вот эта штука переиграла любой транспорт просто включенная в качестве источника через трак. Ну, скажем так, играла на хорошем уровне. Но не транспортный меридиан, там закрыть. То есть все, она, принцип, он убивает на корню все более низкоуровневые принципы, более низкоуровневые попытки достичь этого эффекта. Причем, что ясно, что низкоуровневый способ достичь такого невозможно.
То есть чисто тут структурно, технически это все достигается. То есть поставив вот это вот устройство, мы сразу вот очищаем как бы входной сигнал, за счет этого усилитель работает вроде бы с меньшей мощностью энергетической. То есть более полно использовать свои возможности. Ну и дальше. Хотя изначально историческая система строилась от мощности, то есть от акустики через нормализаторы, потом в оселок, потом на вход. Ну как бы оказалось, что надо ставить везде эти устройства. Потому что если это работает с магнитной составляющей, в основном ее как бы строит, ну так же как и вот эта катушка. То есть за счет структуры ленточной она строит просто магнитную составляющую, как бы в одну плоскость ее вводит, убирает. В отличие от сферического провода. Тем самым уменьшает шумовую, выводит правильное соотношение векторов. Что-то у меня тут упало вот отвертка. Бывает. Рабочее это самое, как говорится. Лабораторное условие, среда. Вот такая среда обитания. Вот. То есть, в принципе, все просто. Валяется. Я говорю, что только не валяется. Вот конденсатор и все. Работает кипит. А дальше начинается просто уже, зная этот принцип, зная структуру, начинается его реализация. То есть сейчас вот в этой коробочке реализацию уже в Японии удалось заказать, скажем так. Много что. Вот сделали не первую партию. Достаточно хорошо получились устройства. Опорные, как, ну точность исполнения все-таки с нашей не сравнить, то у нас, блин, можно уродоваться, сидеть долго. Соответственно, эффект выходной тоже. Вот так. Ну, правда, соответственно, и трудозатраты. Как ни крути, там платить нельзя в стране, победишь его там. А дальше все просто, дальше это все работает, дальше это все играет, дальше это все существует. Не надо никакие формулы писать, доказывать чего-то математикам, тратить свое время, свое здоровье, свое вообще. Хотя радости в жизни гораздо более есть интересные занятия. То есть слушать пластинки и так далее. Тусоваться где-то. Я такое предпочитаю отношение. Что-то я задумался, по части чего, по части чего. Господи. По части популяризации еще идеи. То есть вот некоторые объясняют, кто у меня тут пытался сделать, что это атомный резонанс. Там, так, ну да, звучит для маркетинга круто. Я сделал устройство, работающее не на принципе Курашевского, а на атомном резонансе. Ух, как значительно. Ну, кто еще там? На резонаторах, ну тоже плохо как бы понятно. Я, допустим, в эту среду в аудио я пришел вообще, я занимался профессиональной связист, телевизионщик и ремонтник локаторов вот, из радиосвязи, из радиолокации. И когда я начал разбираться, что же у нас наворочили звуки за те 15 лет, пока я там кочевал по островам, лазил по телевышкам, оказывается, что ни хера, все настолько ж позорно, как было во времена школьной моей молодости. Ну, пришлось заняться, пришлось толкать, потому что полный понос мозга, непонимание элементарных физических вещей, незнание, извините, теоремы Максвелла, но зато у всех, ё-моё, неумение вывести из, блин, определителя ротора дивергенции, блин, разложить систему дифференциальных уравнений для разных полей и решить. Но зато на форумах все отцы русской демократии, отцы русского аудио, куда ни сунься. Поэтому, ну, не смешно эти потуги наблюдать. Как человеку, у которого практически всегда была пятерка. По математике, даже по высшей математике, я пытался пятерку получить, но ставили четверку типа так. То, что надо мне, я выучил для работы. Вот, собственно, и все. Больше грузить не хочу. Сейчас вот. Элвис, надо расслабиться чуть-чуть после работы и послушать. Как-нибудь мы к этой теме еще вернемся, к теме математики. До свидания.